Мы должны понимать, что да, сегодня у нас с вами строится участок до Казани, но если он потом идет через нас, то, естественно, мы должны принять все меры хотя бы для резервирования земельных участков. То есть предусмотреть, чтобы потом, когда пришло строительство, мы могли строить, а не занимались земельными делами.